На второй ковер повторно приглашается Бирюкова Таисия, Рязанская область. Подвигайся. Да. Меня слышно? Погромче. Хорошо. Секундант, на стул сядь. Девушка, вон стул. Остается один секундант на стуле, все остальные просьба. Оставляем бойцов. Пройти. Весовая категория 60 килограмм. Секундант есть. Или боец красным поясом Максюков Иван, Кемеровская область. Боец синим поясом Мазохин Илья, Тульская область. Полуфинал. Оттуда кричать можно. Готовится Вердиев Надир, Московская область. Сафонов Глеб, Липецкая область. Боец красным поясом Сабитова Виолетта, Московская область. Третий разряд. Синим поясом Бирюкова Таисия, Рязанская область. Первый мужский разряд. Бау красному. Стоп. Ввиду невозможности продолжения поединка, победу к врачу отдадите синего бойца. Активность бойцу с красным поясом, первое техническое действие. Ввиду невозможности продолжения поединка бойца с синим поясом, победу одержала боец с красным поясом Сабитова Виолетта. Бал красному, бросок. Считать удержание красному.